Ну, Андрюшка, как всегда, наступил в воде на какую-то штуковину. У него весь палец черных точек теперь. Это заноски. Местный житель пытается ему помочь. Камнем. У них вообще нет аптечек. Ау. Это я Лере хотел помочь. Я говорю, плыви. Нет, пошел пешком. Плыви, блин. Фу. Ой, кровушка пошла. Пускай идет. А что, он все закончил уже, что мне процедуру? Да есть вода. А я за черепахами там охотилась. Я видел черепаху, а я видел черепаху, а Лерка нет. А я не видела. Вон сколько людей, которые ищут черепашек. Но Андрюха всех испугал, и они уплыли уже куда-то в другое место. Так, он сказал, что через полчаса будет нормально. Может, мне самому постучать? По голове себе постучи. Такое чувство, что тебе пальцы не нужны, нога не нужна. Я могу и без нее. О, лучший камень нашел. Давай. This is really good, yeah? I think so. Yeah. Because every day like this I do. Говорит, через полчасика, через часик с ним все будет хорошо. Синяк будет на пальце, правда? Ой, Андрюшка.